Хоккеисты «Торпедо» продолжили поездки по хоккейным центрам Нижегородской области, устраивая мастер-классы для юных спортсменов. Новой точкой на карте хоккейной географии стало село Сеченово. На базе местного ледового дворца «Звездный» Артем Аляев и Михаил Варнаков приняли участие в хоккейном матче с местными детскими командами. Несколько десятков юных спортсменов получили возможность провести время на льду с профессионалами КХЛ, заработав бесценный опыт, освоив новые технико-тактические элементы и, конечно же, получив незабываемые эмоции. Ледовая часть мероприятия продолжалось около часа, после чего встреча перешла в формат пресс-конференции, на которой ребята могли почувствовать себя спортивными журналистами. В ходе нее игроки нижегородской команды ответили на десятки вопросов о своем спортивном опыте, секретах успеха и достижениях, а также о хоккейном мире в целом. Завершил программу визита автограф-сессия, в ходе которой все желающие могли обзавестись заветным росчерком пера или совместной фотографией с Артемом и Михаилом. Мы общаемся, и лучшей игры нет, ничего для общения. А что мальчишкам хочется пожелать, что понятно, что, может быть, тяжело каждому вырасти в спортсмена, да, но они приходят, они развиваются здесь, становятся, общаются, приобретают какие-то новые качества, да, для себя. Поэтому просто им всего хорошего. Я надеюсь, что хоккей им поможет в жизни. И не знаю, чтобы все у них получилось, то, что они хотят. Я никак не ожидал, что приедут в наше село, в Сеченово. Но, если честно, я очень рад. Тут они показали свои финты и технику, вот это мне больше всего понравилось. На высоте все было. Если честно, эти ощущения вообще непередаваемыми словами нельзя описать. Я вообще в жизни не думал, что буду вместе на льду стоять с торпедой, с игроками с торпедой. Вообще никогда об этом не думал. А тут так вот повезло нам, мы очень рады. Хоккейный клуб «Торпедо» всегда рад участию в мероприятиях, которые мотивируют начинающих игроков на будущие спортивные подвиги. Желаем ребятам успехов на льду и в жизни. От ННТВ с хоккейным приветом. Владимир Смирнов. Время новостей.